Рынок жилья в Киеве активно развивается. По данным рейтинга ABC News и консалтинговой компании CDS, самыми активными застройщиками в сегменте крупных жилых комплексов в 2017 году оказались сразу две компании, среди которых Интергалбуд. Сегодня в кратком обзоре один из объектов этой компании. Мы не будем показывать какие-то объекты инфраструктуры, подъезды и планировки. Все это можно увидеть на сайте компании или в отделе продаж. Очень интересное решение. На сайте компании есть веб-камера. В онлайн-режиме вы можете увидеть или наблюдать за ходом строительства. В непосредственной близости станции метро Минска и Героев Днепра, которые расположены буквально в 10 минутах езды на общественном транспорте, остановок которого достаточно рядом с комплексом. Немаловажным является и наличие социальной и коммерческой инфраструктуры. С этим в комплексе тоже все в порядке. Комплекс Яскравы включает в себя 8 жилых домов, часть из которых еще в процессе строительства. Детский сад, строительный гипермаркет «Лерой Мерлин», торговый центр «Полярный», продовольственный супермаркет «Сельпо» прямо рядом с комплексом, супермаркет электроники «Фокстрот», рядом есть АТБ, отделение «Новой почты», «Укрпочты», аптеки, автомойка, СТО, шиномонтаж, АЗС, ресторан, кофейни, мини-отель. Буквально в километре находится крупнейший в Киеве гипермаркет «Эпицентр». Ну, очень удобно. Ухоженная территория с легким ландшафтным дизайном, консьержки в каждом подъезде, игровые площадки, освещаемый двор. Вечером семьи во дворе гуляют с детьми и очень комфортно. Из минусов единственное стихийный паркинг вокруг домов. А с вводом в эксплуатацию новых домов с парковкой будут реальные проблемы. Вечером можно приехать и долго искать паркоместо. Застройщик предлагает платные паркинги, тут будут строиться, но глобально эту проблему не решит. В целом приятный и комфортный комплекс эконом-класса. Рекомендую.